вышки в метро. Вот метро такое, как электричка, оно поверху ездит. Так вот, ехали, короче, в этом самом, встретили человека, у него жена одесситка. Ну и он, в общем, так разговорился, нам все рассказал, что мы должны там языки, чтобы у нас там перед собой носить, маски обязательно одевать, потому что кругом коронавирус, еще, не дай бог, заболеете. Вот сказал, что только идиоты без масок ходят. Кстати, между прочим, здесь вот мы обратили внимание, говорится, ну, блин, 30% люди в масках ходят. То есть пока вот так на улице все нормально, как только заходят в помещение, там, допустим, в какой-то офис или в какой-то магазин, или, ну, в кафе, правда, не без масок, конечно, вот, потом там, допустим, какой-то, еще какое-то общественное место, то все одевают маску, метро и так далее. Я так смотрю, что прямо тут, прямо это, ну, у меня такое, я делаю такой вывод, что, наверное, очень дорогое лечение медицинское, обслуживание очень дорогое, потому что, например, в Болгарии и в Румынии вообще никто в масках не ходит. Вообще забыли про это. Вот, там мы ходили в масках, ходили, мы такие два одних были, там, которые ходят там по магазинам в масках. А здесь прямо сплошь и рядом. Вот, то есть такая ситуация. Ну, много еще что-то нам рассказал, сказал, что там он знает там про ситуацию в Украине, там, как что происходит, что жена его каждый день звонит в Одессу, там, и так далее, и так далее. Такой, в общем, ехал с нами в метро, тут рассказывал нам всякие разные вещи, что он путешествует, что интересно сказал. Представляете, говорит, я, говорит, типа, сексуальный турист. Это вторая его фраза после знакомства. Да, да, да. Я сначала думал, что я ослышался, думаю, ну что-то он такое сказал, думаю, про секс, думаю, что-то ничего не понял. Вот. Константин тоже думал, что приспрашивает его, он говорит, я сексуальный турист. Я думаю, что я ничего не понимаю, я же глухой еще. Думаю, дай я спрошу, то что он говорит такого? Он говорит, это сексуальный турист. И говорит, это же вам интересно, что я ездил в Беларусь и в Украину. Это сексуальный турист в Украину и в Беларусь. Вот себе представь, да? Это уровень нашей страны тут, это в Греции. Так вот. Ну что интересно, даже самое важное, говорит, и нашел там себе жену. Я говорю, о! Вот оно, одесситку. Вот я себе представить, да? Наверное, это жену бывшего моряка. Хотя это теперь гречанка. Хорошо устроилась. Вот. Так это самое, мне это нравится. Мужик ездит говорит, в Белоруссию, типа сексуальный туризм, в Одессу, типа в Украину. Вот это в Одессе, значит, он находит себе жену. Ну, мне это прям вообще понравилось. Прямо фундаментально. Только зачем нам это сказал, я не понял. То ли он, ну, немножко был выпивший, мне показалось. Ну, что, да? Ну, может. Да, чуть-чуть так от пива трахнул, еще немножко в голову, а то мой плохо варит. Вот. Ну, в целом это нам сообщил. Мы немного того. В шоке были от этого. Вот. Ну, такая ситуация. Поддержи нас, стань спонсором, друг. Ответы и скидки подарим тебе вдруг. Путешествуй с нами, вопросы решим. Властелин, мастер, все для тебя совершим. Стань спонсором, жми мгновение искры. Ведь вместе мы сила, с тобой и другими. Поддержка, ответы, все это для тебя. Присоединяйся к нам, ведь мы часть тебя. Присоединяйся к нам, ведь мы часть тебя. Присоединяйся к нам, ведь мы часть тебя. Ведь мы часть тебя.